Ура, ура, ура! Всем привет! Как вы догадались, у меня сегодня обзор фокуса к пятому каталогу. Меня зовут Алексей, вы на канале Pro Avon. Итак, начинаем! Все, наверное, с огромным нетерпением ждем этот журнал, потому что в этом журнале у нас много информации для представителей. Ну что, не будем тянуть резину, перелистнем и начинаем узнавать, что же нам компания готовит в пятом каталоге. Итак, аромаклуб у нас. Пришло время заказывать продукцию по специальной цене. Я уже очень-очень-очень-очень много делал и эфиров прямых, и видео. Поэтому надеюсь, что у вас уже вопросы не остались. Но если еще какие-то вопросы есть, пожалуйста, пишите, я вернусь, пока еще у нас идет каталог, еще есть время догнать, кто не догнал, и поучаствовать в этом аромаклубе, в аромаклубе. Итак, поздравляем всех победителей аромаклуба. Это 02-04 каталог. И сейчас нужно будет в пятом каталоге разместить заказы по специальному каталогу, который опубликован на сайте представителя. И он, конечно, есть у меня на канале YouTube. Можете его посмотреть. Итак, конечно же, главная новинка пятого каталога – это протинол. Это сыворотка протинол в ампулах. Все вы, наверное, мои подписчики, наверное, все видели мой обзор, наверное, все видели, как эта сыворотка подействовала на меня. Я тут одной рукой роюсь в своем заказе. Хотел показать, что я уже получил по демо-продукту эту сыворотку. Конечно же, я ее оставляю себе. Она мне очень понравилась. Я буду проходить второй курс. Итак, ну, я не буду здесь все прочитывать. В принципе, мы и так с Дианой провели целую неделю вам рассказывали про эту сыворотку, поэтому, кто сомневается, пожалуйста, заказывайте пробник сейчас в действующем каталоге. Пробник у нас где-то вот буквально я хотел показать. Вот, заказывайте пробник, 600 тенге он стоит, пробуйте. Вы увидите, что она реально дает с первого применения эффект. Вот, ну едем дальше. А здесь у нас, смотрите, новиночка. Это концентрированная защита. Спрей дезодорант 75 мл. Обратите внимание, что сейчас эти спреи в продаже есть, они идут 150 мл. Компания пишет, что их хватает на 39 нанесений. А вот новых 75 мл будет хватать аж на 45 нанесений. Ну, блин, так хочется прям взять и протестировать. Вот, значит, мы можем заказать по одному экземпляру каждой новиночки. Демо входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке представителя, что и требовалось доказать. А на этой страничке у нас витамины для ровного тона твоей кожи. Это новиночка. Представлена здесь в демо-продукте у нас лосьон для тела в двух вариантах: 750 мл и 400 мл. Да? 750 тут у нас идет с дозатором. Крем для рук и крем для лица, как ночной, так и дневной. Вот. Цена эта тоже входит в базу для расчета скидки. Можно приобрести только по одному экземпляру. Вот. И скидки они, к сожалению, не подлежат. Это таково правило демо-продуктов. Поэтому скажу вам честно, что цена вот эта невыгодная. Как на эту новинку, так и на эту новинку. Но я, ваш покорный слуга, буду заказывать по этой цене. Пусть она мне невыгодна, но я хочу первую ее получить, чтобы вам рассказать, показать, как она выглядит. Так, здесь у нас представлена новиночка. Шампунь 2 в 1. Классно, 2 в 1, прям радует. 1400 тенге, в каталоге он будет стоить 1700. Поэтому здесь небольшая скидочка есть. Также здесь, смотрите, есть у нас Планета Спа. Новиночка, мультифункциональное косметическое масло 200 мл. И успокаивающий крем для тела 150 мл. Но здесь цена невыгодная. Но если вам не терпится, конечно, заказывайте.
Еще одна новиночка. Подготовьте ножки к лету. В три шага. Первая это у нас скраб. Вторая сыворотка. Сыворотка? Вау! Сыворотка быстро впитывается и глубоко питает кожу. Ну, обычно у нас крема, лосьон, а тут сыворотка. И третье это спрей для ног. Ну, честно, не знаю, какая цена, но, как правило, здесь небольшая скидочка все-таки есть. Теперь смотрите, также у нас по вот этим продуктам вы можете приобрести только по одной новиночке. Демо, вот эта цена входит в базу для расчета скидки, но скидке не подлежит. Будьте, пожалуйста, внимательны. Я еще раз говорю, что мне, как представителю, невыгодно заказывать с фокуса продукты. Но как бьюти-блогеру просто необходимо. Блогеру Avon. Вот, в принципе, каталог фокус заканчивается. По традиции у нас здесь представлены пробники. Немножечко так формат поменялся. Ароматы по 590, по 59 тенге. Прошу прощения, что-то заикался. Здесь вот вижу у нас... это DF Duet Contrast. Вот такие вот пробнички, которые распылитель. Ну и максима для нее плюс максима для него. Вот такой вот фокус вышел. Вот так вот помады компания решила их сделать. Вот в такой спектр цвета. Соглашусь, что очень удобно. А самое главное, удобно тем, что мы заказываем 10 пробников одним кодом. Не надо вот выписывать и выбирать. Но тем не менее, вы можете выбрать те пробники, которые вам непосредственно нравятся. Да? А здесь уже компания прям под тоном представила. Поэтому смотрите, приобретайте. А здесь у нас представлены еще две новиночки. Это полотенце и топ-леггинсы и шорты. Я уже делал обзор каталога. Я не знаю, что первое у меня выйдет. У меня тут немножечко ЧП. У меня программа слетела, которая записывает видео. И поэтому какой сейчас обзор выйдет первый, я не могу сказать. Поэтому обзор каталога я уже приготовил. Сейчас смонтирую его и сразу выложу на сайт. Вот. Я в каталоге уже прочитал про вот эту новиночку. Она, смотрите... Легкая утяжка незаметно под одеждой благодаря бесшовному дизайну. Значит, ухаживающий эффект, как от нанесения увлажняющего средства дважды в день. Помогает уменьшить появление растяжек и шрамов. Успокаивает и защищает кожу от агрессивной окружающей среды. Вот, в принципе, тут больше ничего не написано. В каталоге было подробнее написано. То есть, вот эти боди, они содержат маленькие такие шарики-капсулы. Когда при движении вы идете, они лопаются и увлажняют ваше тело. Да, я не знаю, как вы будете вы реагировать сейчас на эту новость. Мне эта новость просто выбила. Как она мне нравится, эта вот идея. Надеюсь, нам тоже что-то изобретят. Парням, чтобы тоже идти и увлажняться. Вот. Но на самом деле не смешно, все это правда. 21 век не стоит на месте. Вот, и причем еще я, насколько помню, там при стирке, при многочисленной стирке, они еще сохраняют свой эффект, вот эти вот шарики. Вот, ну и последняя страничка, здесь идет напоминание, что у нас любой третий аромат за 600 тенге при покупке двух любых ароматов со страницы 18-29, это в каталоге 5, вот. Девочки, вот такой обзор фокуса, маленький, коротенький. Мое впечатление, скажем так, себе. Информации достаточно много, новинок тоже, в принципе, но что-то мне не хватило. Ну, конечно же, не хватило скидки 40% на протинол. Очень сильно ждал, надеялся, что компания сделает. Еще надежда не умирает, надежда еще ждет. Она умрет последней. Поэтому я думаю, что когда еще каталог сам начнет действовать, мы дождемся наконец-то. Может быть, компания дополнительно все-таки сделает какое-то бомбическое предложение на эту сыворотку. Все, буду закругляться. На этом мой обзор заканчиваю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.
Напишите в комментариях, как вам этот фокус. Может быть, он вам больше понравился, чем мне. Но вы знаете, я такой любитель покушать. Надо мне распробовать этот фокус. То есть, надо еще будет спокойно посидеть, его посмотреть. Может быть, все-таки я им насычусь, и он мне понравится. Ну, как-то так. Все, спасибо большое за просмотр. Встретимся с вами буквально в следующем днем. У нас впереди очень много обзоров и очень много тестирований. Я получил много новинок, так что ждем. Всем пока-пока.